Югорские дети 5-9 классов смогут отправиться в тур по округу за счет специального сертификата. Такая возможность у ребят появится благодаря федеральному проекту по развитию внутреннего туризма. Наш регион стал его пилотной площадкой. Номинал сертификата почти 13 тысяч рублей. В него предполагается включить трехразовое питание, экскурсии, дорогу, проживание на одну ночь, страховку и медицинское сопровождение. Разработано два маршрута: Рускинская — Когалым с охватом в 700 детей и Ханты-Мансийск — Сургут — Рускинская. По этому направлению смогут поехать 1100 ребят. Первое путешествие планируют организовать уже в мае. Сейчас чиновники готовят необходимые документы для проведения конкурса на определение туроператора. Это очень интересный проект, потому что, на наш взгляд, знать историю родного края должны наши дети. Как сформировать мотивацию к истории родного края в этом возрасте? Да, конечно, через такие поездки, через такие экскурсионные туры. Поэтому мы, район, с большим удовольствием будем включаться в реализацию этого проекта. Нам есть что показать.